Всем привет. Ну вот мы приехали снова на рыбалку. Вон с Егором. Егор, помаши всем ручкой. И мой кум Сергей Иванович. Он что-то там смотрит. Привет, ребята. Ну, сейчас, пока не будут забивать прикормку, я переоденусь и выкашу траву, которую еще собирался выкосить в прошлый раз. Так что смотрим. Ну вот, переоделся, вооружился косой. Ну что, в путь. Пошел я. Рыбаку. Приехали на рыбалку, он купаться полез. Я еще не успел ничего сделать, и Егор уже клюет. Ты не... мотай, мотай, за ухо не заводи, просто вот так мотай, да-да-да. За ухо заведешь, сломаешь. Сюда подходи, видишь, он сюда пошел. Поворачивай сюда немножко. Давай-давай-давай-давай-давай, выкачивай, только за ухо не заводи его. Приподними, ага, еще. Выкачивай. Да-да-да, правильно, только ты... Да-да-да-да-да, делай. Качай, еще. Где подсак? Да так выведется без подсака. Я не знаю, где подсак. Я не доставал еще. Давай, чтобы траву сильно не завел. Лезть-то не хочется. Тихо. На, подержи, Сереж. И вот эту штуку подержи. Подожди, Егор. Види, тащи. Тащи, качай. Так. Вот, побыстрее. Ну вот он, твой первый карась, Егор, я поздравляю. Красавчик. Красавчик, все. Рыбалка удалась. Класс. Нормально, еще даже не закинули. Так, Сергей Иванович, давай. Да все там клюет. Выводи его сюда. Он, видишь, ну, куда пошел, Егор, выводить его. Повыше. Чтобы не в кусты. Он даже сейчас через те спиннинги проведет и между ними выведет, да? Куда пойдет? Ну да. Видишь, ему не дает спуска вообще. Все время согнута спинник и натянута леска. Просто косак особенно нельзя давать ему. Так. У нас еще одна поклевка, кстати. Наверное. А, нет, зацепился все-таки, Сереж. Один собрали спинник. Вытаскивай. Даже два спинника собрали. Три спиннинга собрали. Отлично. Я сейчас пойду его заберу. Вот это летающий карась. Да никуда не денется. Стоп. Все. Карасик хорош. Еще одна поклевка. Ты только видишь, слабину даешь. Все. Отлично. Сюда вот, Егор, сюда. Сюда, теперь ближе, сюда, да. Сюда становись. Вывозюкой. Ближе к вот этому чуть спиннину, чтобы в траву не ушел. Ты вот в эту сторону команды чуть-чуть. Ты видишь, траву опять его повел. Во-во-во-во, выводи. Выкачивай. Так, теперь сюда, да. Вот. Отличный карасик. Идет.
Ну это вообще хороший. Блядь, прям. Сошел лопо. Ты видал, какой лопоть попался? Видал, бля, круглый. Вообще класс, да? Еще поклевка. Что, Сергей Иванович, думаешь, нет там его? Там он на месте. Вводи. Нет никого. В смысле никого? Совсем никого. Судя по спиннингу, там есть кто-то. Сюда заводи, в серединку, то сейчас. Ага. Ну так уж точно может никого и не быть там. Да есть там. Просто он это. Молчун. Вот видишь какой. Очень хороший карась. Красиво. Достойный. На твой пенопласт желтенький. Сергей Иванович клюнуло. Он даже колокольчик решил не снимать, да? Позвенеть так позвенеть. Хорошо, клюнул. Хорош. Не крупный, но приятный карасик такой. Мерный, да? Едовой. Давай, давай, давай. Подсекай. И в натяжечку пошел, постоянно в натяжечку. Тихо, не спеши. Не подтягивай. Да, да, да. Ты просто в натяг держи. Не успеваешь рукой подкручивать. Раз, ее там рукой правой там подтягивай. Так, давай, давай, давай. Да, 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 не, нормально, нормально, ведешь. Выводи нормально, прям. Нормально, веди, хорошо ведешь. Хватит туда. Чуть-чуть ко мне еще поближе. Вот. Там пошел, куда надо. Он видит, что там трава, говорит, траву не пойду. Сереж, помоги. Подтяни его. А то сейчас за травку он-то зайдет, плохо будет. О! Опять хороший, кругленький карасик. Да как Егор вытягивает, так крупный, понятно? Да вообще класс. Ну что? За нижнюю губу классиков. Огонь? Ага. А, уже задавили. Еще одна поклевка. Сергей Иванович, давай помогу немножко сниму. Оп, снял. Все. Вот только перебросились и дело пошло. Сюда-сюда выводи его, этого друга. Слушай, ну этот помельче все равно. Да я ж тебе говорю. Да, но все равно дело идет. Тихо. Не спеши. Только ты ему не давай в кусты туда уйти. Вот так, да-да-да, лучше вот сюда чуть-чуть повыше, дороже бери. У тебя же, лень, сколько места есть. Видишь, для той удочки. Вот так, встал. Да, отлично. Тут. Сергей Иванович, если что, поможешь? Или я давай? Выведет, все. Вот, отлично. О, небольшой, но зато какой приятный. Видишь, замаскировался весь в траве. Это называется салбургер. Да,
Ты еще зато теперь спиннинг заходи. Да не надо, не снимай, мы Сереж. А то он его так не вытащит. Тут и так как бы не собрали все подряд. Да ну, он хорошо идет. Да я вижу сейчас уже хорошо. Во. Вот он уже запланировал. О. Опять. Ох! Опять небольшой. И ведро, чуть ведро не сел. Вот это лайки бы ты набрал, Вася. Да, я бы тебя в ТикТок туда выложу. И да, он не ушел бы, Сереж, ты видел, как он с двойным зацепом пошел. Молодец. Чудики 90 уровня. Да. И ведерко. Тут уже все, пятнашки начались. Один зашел, другой вышел. Не, ну просто в магазине я стал. Опа, давай. Опа, опа. Ну что-то хорош. Тихо. Тихо, не спеши, не спеши, Егор. Не спеши, не спеши. Ты ему не давай слабину. Тебе просто леска. Нет, на тяжечку нормально сейчас идет, да? Более прыгает. Ну более-менее, да. Ну просто какой-то бойкий, то ли карась бойкий такой. Давай, 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 не отпускай, не отпускай. Сереж, помоги, наверное. А, да это карась бойкий, я мочу. Покруче. Ой. Все равно. Зачет. Класс. Ну вот видишь, чуть-чуть выкосили и уже дело пошло. Сергей Иванович клюнуло тут, даже колокольчик не успел снять. Спинник высокий. Да я знаю. Так, что там у нас? Не вижу, все загородил. Все там нормально, Сергей Иванович идет, между двух спиннингов заходит. Вот, в конце сняли. Вот, ну, видишь, какой хороший. Потому что ты печенька ел. На мою печеньку клюнуло. Да, на твою. Вообще огонь. Хороший крупный карась. Сейчас его Егор уронит. Меня уйдет. Потому что я помогу. Одного карася надо втроем снимать. Вы уже снимаете. Да что он? Я тебе сказал, дай помогу. Все, смотри, отлично. На какую снасть взялась. Да? Ну да, на мою любимую. В том году такие ловил. Постоянно. Так. Ну что, у нас уже ведерко полное. Почти. По клевочкам. Да, бери, бери ее. Если есть там, значит есть уже. Есть? Ну вот видишь. Да-да-да, сюда его ориентирую. Вон он. Да не-не-не, карасик. Просто надо поактивнее. О, какой мелкий. Самый мелкий на сегодня. Ну что, на этом карасе мы закончим нашу рыбалку, да, Сергей Иванович? Видишь, какой меленький. На красный этот пенопластик. На красный пенопластик. Ну да, будем мы заканчивать. Кому понравилось, ставим палец вверх. Тебе, Егор, понравилось? Ну и отлично. Главное, Егору понравилось.
Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке.